сейчас находимся на площадке по компетенции моды. На данной площадке проходят региональные чемпионаты по соответствующей компетенции, которую я уже озвучила. Ну, мы видим, что здесь установлено современное оборудование, манекены, раскроенные специализированные столы, которые регулируются под рост участников соревнований. Установлены машинки швейные, установлены гладильные системы, которые тоже отвечают последним требованиям технологии. Гладильные системы снабжены парогенераторами, воздухообдувом и также столешница, она с подогревом. Оверлоки здесь находятся тоже самого последнего, так скажем, уровня. В 2019 году они выполняли 5 модулей, то есть задание состоит из 5 модулей. Это отшив изделия, это конструирование изделия, затем идет макетирование изделия на манекене, и они еще могут выполнять какой-то дополнительный аксессуар. То есть к изделию выполняют аксессуар еще.